Театр представляет интерьер дома Жоржа. Это комната деревенский стиль. Здесь есть три двери. По одной с каждой из сторон и одна в глубине. Та, что слева от зрителя. Вход в спальню Катерина. Та, что справа. Вход в спальню Жоржа и Женевьевы. Здесь мы видим стол, окруженный скамьями. Дверь в глубине – это выход на деревенский площадь, показанный нами в первый акт. Мой добрый хозяин, неужели вам нравится так огорчать вашу дочь Алексея? Когда ты узнаешь мои соображения на этот счет, ты перестанешь осуждать меня, я тебя в этом уверяю. Я хочу взять кого-нибудь, кто примет мои верфи и возьмет мое дело. Одним словом, плотника. И я хочу сделать тебя своим наследником. Я не могу выразить, насколько я чувствителен к этой щедрой предпочтительности, но я не могу ответить на нее. Понимаю тебя. Ты дал слово другой. Вы знаете мой секрет. И кто же та, которая... Самая красивая, самая добродетельная женщина в этом кантоне. Одним словом, Катерина. Какой же ты счастливый. Сегодня днем Катерина сама назначила день, который навсегда соединит нас. И что же это за день, друг мой? Это день, когда Алексей станет супругом вашей дочери. Тогда этот день будет завтра. Он уходит через дверь в глубине. Пьер провожает его, выражая своей игрой удовольствие и Felicite, quelle felicite.
терзают смутные подозрения. Пьер! Пьер! Катрин! Vous ne devez avoir aucun secret pour moi! Ты не должен иметь никаких секретов от меня! Apprenez-moi! Quelle est votre patrie? Ma patrie est Moscou! Et votre famille? Je les ignore! И она будет ему мама и папа. Thank you.
Еще говорят о стариком, больше нет удовольствий в жизни. Ах, если бы Андрей согласился бы нам петь! Бьем Волонтье! Во время этого романса Петр выражает своей игрой удовольствие, доведенное до самозабвения. Катерина с взволнованным и удивленным видом следит за всеми движениями императора. Il prelabido charpentier avait déjà chez sa naissance et visita jusqu'au maître chantier de l'Angleterre de la France. Les trésors verront en grandeur mais pour toujours les bonheurs. Il prelabido Charpentier a fait décacher sa naissance et visita jusqu'au maître chantier de l'Angleterre et de la France. Le trésor de l'Angleterre grande mais pour toujours le bonheur. Il prit la vie d'un charpentier a fait décacher sa naissance et visita jusqu'au maître chantier de l'Angleterre de la France. Le trésor de la grande le pauvre jour de bonheur. Il prit l'habit d'un charpentier a fait décacher sa naissance et visita... Basta! Pourquoi, maestro? Мы все это знаем. Давайте, поехали дальше. Bonjour, enfant! Bonjour! Mi! Voilà! Et un parlement comparu, Georges Morin, maître charpentier, le grand homme reconnaître les bons services, que lui rendit l'édit Pierre. Вот предстал перед нотариусом Жорж Морен, мастер-плотник. Каково, желая вознаградить услуги, которые оказал ему указанный Петр? Отказывается в его пользу от всех верфей, мастерских, орудий, леса и стройматериала! Больше не надо. А пока нет. О сиэль, que viens-je d'entendre, mon ami? Mon ami, mon bienfaiteur, que tes peines m'entendent, sois de moi mon successeur. Pour moi, quelle joie et sens, je
cher Georges. Mon maître, oui, j'accepte vos dons. Viendra peut-être où je pourrais vous offrir les preuves de mon souvenir. Comptez toujours, comptez d'avance sur mon amitié, sur mon cœur. Обвиняет меня в том, что я пытался захватить ваш трон. Собрался сенат, призвал меня, и не обращая никакого внимания на мои заслуги, меня приговорили к отсечению головы. О! Если ваше величество не будет немедленно возвращено своему народу. Или прилавидал шарпантье, а перекашется на солнце. Летим. Одним взглядом рассеем грозу. Летим! Three.
Thank you.
Москву. Завтра! О, боги! И, наверное, один из его друзей тоже из ансамбля. И, наверное, даже член его фамилии. Да, я один из его детей. Но как это происходит, месье? Son âge и son visage. Да, он мой отец, говорю я вам. И твой, и твой, и также ваш. Иногда да. Да, он вообще отец всем, кто населяет эти земли. Узнайте же, мои добрые друзья, что этот простой смертный, который живет и работает среди вас, что он, Петр Алексеевич Романов, наш император и наш властелин. Прошу всех встать. Смотри! Смотри, отец! Смотри! 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 Сцена четвертая. Я Петр Алексеевич, ваш император. Моя драгоценная подруга, Катерина. Поднимитесь, примите титул императрицы и будьте моей женой. Но, quand Declan est fait pour moi, je dois le refuser. Она сказала, что эта задача слишком сложная для нее. О, мои драгоценные друзья, заставим Катерину быть моей женой.
Нотариус! Нотариус! Передает императору бумагу, он с удовольствием перечитывает ее и отдает своему ближайшему офицеру. С собой ли у вас контракт Каролины и Алексиса? Уи. Я хочу, чтобы он был скреплен моей подписью. Нотариус передает императрице перо и бумагу, и она... Подписывая! Ох, черт побери, какая честь для нас! Мужестрине, дон Лазар, вера король в Робенте, экспозон на туле азар, удавил в крегосе, эксприон на рестеляну, антреду севен, кузен спире, и шагван де донан селу. Мы сами се преседентире, были Notre France, non la tendresse, se occupe sans cesse du bonheur de ses sa mémoire, s'il ne trouve en sa jeune amie, pour l'éclairer, pour le conduire, sur le trône il reste endormi, et rarement il entend dire, béni soit à jamais, notre prince dans la tendresse, s'occupe sans cesse du bonheur du sexe. Alexis, Caroline, ton père, ma père.
Ha ha ha.